Йо, всем привет, с вами Генот, с вами... Опа. Ага, понял. С вами Мессенджер. Угу. Я знал, что это такое будет. Ха. Черт! Они появляются еще? Поджать! Ненасытная фигня. Один раз умер, он теперь жрет все мои очки. Черт! Будете блокировать, да? Ха! Они думают, что смогут меня остановить. Нифига. Я не знаю, сколько еще буду в нее играть, но пока прикольно. Сидите, колотите. А, сработало. Ого. Что это было? Я не знал, честно. Какого черта? Блин, одна жизнь. Где-то здесь должна выпасть аптечка. Я ему долг выплачу. Так, сразу аптечка. Походу, долг ему буду долго выплачивать. Хорошо. Ну как хорошо. Стойно, конечно. Понятно. Я не знаю, как часто они мне пригодятся, но тут будет. Ага. Я это даже не обратил внимания. И честно, не купил. Я мог бы это кинуть вниз. Пошел вот. Сюрикен свой. На всякий случай, потом вдруг пропадет. Так, ну привет. А что здесь? Что это за большой загадочный сундук? Ну, он появится, когда ты разбил свою первую печать силы. Чтобы его открыть, продолжай разбивать печать силы. Осталось всего 44. Как ты издеваешься? Я могу? Не могу.
усиливать защиты, входящий урон в объеме двух или более сокращается на один. Давай жизнь, да. Вот это, конечно, прикольно, но не так. Тебе что ничего нужно? Да, нет. Пожалуйста, не трогай. Короче, сундук это чисто так по фану, чтобы кто хотел. Опа, босс. И благодаря этой армии нежити скоро все убоятся великого Аракси. Ну что еще? У нас гости. На гостей у меня нет времени. Зато у них, похоже, есть время на тебя. О, превосходно. Но только совершенно... А, соберешься поиграть в свои лаборатории в главной? Мне что, напомнить тебе, кто здесь главный? А сейчас скажи что-нибудь грозное, да постарайся не опозорить нас, как в прошлый раз. Ой, я много тренировался, смотри. Что за... Я много ожидал, но не такое. Ладно. Кто посмел войти в мое логово? Неужели это Ганет? Похоже на то. И что теперь делать? Выградим свиток, конечно же. Хороший план. Бою узри могучую мощь Рекстина Великого. Так, и что мне делать? Опа. И как мне его бить? Что? Ты думаешь, меня могут твои снаряды остановить? Ай-яй-яй-яй-яй. Собака. Давай, иди сюда. Получи табло. Пробора заблокировал. О, понял, под этой девочкой. Она блокирует все... Понял. Играл. Блин, я запрыгнул. Да, проблема. Просто помри, будь другом. Ну вот этот не такой сильный, как предыдущий. Предыдущий, мне кажется, был опасный. Все, так себе, понял? Ха-ха, с первого раза. Его появление было неожиданно. Я сдаюсь. Минуточку, я не сдаюсь. Все кончено, наши злые силы уже явно не действуют. Даже усыпить мы себя черепами... Усыпать себя мы черепами с ног до головы не сможем. Ну и какие будут предложения, я слушаю. Не знаю, просто надо что-то изменить. Например? Начнем с самонаблюдения. Что все это нам принесло? Нелепо, я останусь при своем зле. Вот так. И как ты добьешься хоть чего-нибудь, если я не буду держать тебя при этом в руках? Ну, я мог бы. То есть, да, весьма неплохой аргумент. Что ж, стало быть решено. Ступай, гонец, мы обещаем не причинять этому миру зла. Ступай! Прикольно. А, жизни, конечно, у нас мало, это плохо. Еее, бамбуковый ручей. Теперь тут разными путями пройти можно или нет? А, да. О, жизнь полностью.
Ага. Конечно, с синим я еще не понял, как это работает. Да. Я не вижу никаких. Плохо. Понятно, он будет работать какое-то время. Пойти никуда выше нельзя, да? Ну, давайте посмотрим, что-нибудь вы мне скажете. Да вроде ничего. Сундук трогать нельзя по-прежнему. Вообще, это просто контрольная сейва, если у меня будут очки, я смогу ему... пихнуть. Ого! Понятно. Ху-ху. Я знал, что такая подстава будет, и я не знал... Чего он назад? Фига себе! Как мне с ним бороться? Ожидал, что я могу здесь залезть. Но... не могу. Фига себе, он прыгает. Эх, как увидеть того ниндзю, я пока не знаю. Thank you.
четко, дерзко. Вообще не понимаю, что это. Так, у меня есть 200 очков, я могу их потратить. Можешь разбивать их? Давай вот в этом момент. Теперь во время... Время третьих торгов будет выдать сферы, восстанавливающий заряд. И теперь мне нужно 1000. 1000. 300. 300. 500. Заряд цы плюс 1 сердце продолжает одну цель. Здоровье питание. Здоровье питание. Сумма, которая принимает... Ага, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. В общем, мне теперь нужно дофига. Желательно 320. Что же ничего не дано? Главное, грузы повышают свою стоимость. Ну ладно. А не, ну что да. Я еще не понимаю, что происходит. Пошел. Да. Да. Чего? Да блин! Правильно сделал, значит, понятно. Это, куда он долетает сюда? Так я ж прыгнуть хотел. Ну тут сесть, наверное, надо было. Хорошо. Довольный собака. Я. Чёртов, вылази, Как вы убивать чё-то? А, сердце есть, не голова, да, по-моему. Тихонько. Что-то никак не нахожу вообще. Как они меня пробивают? А, понятно. Валили! Сложновато знается. Даже дальше не делать. Вернись! Умею сейчас. Давай, 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 давай! Интересная контрольная точка. Thank you.
Собака! Ого! Это сила. Не знаю, стоит она того, не стоит. Давление. Ну, знаете, не очень удобно мизинцем. Гениально. Ты можешь показать, сколько я должен? Собирать надо, иначе я потом... Сейчас, просто, конечно, наверное, это не прям такая важная вещь. Еще. Знаете, я не хотел бы потом париться, потому что не хватает жизни. Чёртов лес! 153, мне нужно больше. Тут кто-то вниз спустится. Ого! Давай, не заметим. Или, кажется, не видим заражаться очень сильно. Половину. Надо проверить по времени. А, нет, мне нужно больше. Сейчас мне ничего нет у тебя, блядь. Йо! Что-то, кажись, к боссу идем. Странно, что нет сейва. Что-то слишком тихо стало. Да, все, прошел. Как у меня ладошки здесь? Секунду, я посмотрю, сколько времени. Ну да, все, разобрался. Походу, если попал в тупик, ну-ка, что-то мне еще дашь. Не в яме.
Да, верно. Расстояние слишком велико, мне ни за что не допрыгнуть. Это напоминает мне одну историю. Давным-давно воины из клана белых придумали способ парить высоко в небе. Соприкасаясь с свободой, какой они мечтали. Мечтать-то и не могли. Многие люди ошибочно принимали за богов. Невероятно. А, впрочем, неважно. Вот тебе Wingsuit. Ты получил Wingsuit. А хоть музыки нажми удерживай спеш, чтобы начать планировать. Проходи по гейзерам, чтобы двигаться вперед. Тебе что-нибудь чуть-чуть нужно? Ой, хватает. Все. Теперь остается 320. Что-нибудь нужно, да, не? Wingsuit. Надо, рано. Что происходит? А, возможно, не обязательно. А, все понял. Прикольно. Редко ли мне показалось? Я же тебя берусь до нее. Нет, не секрет. Привет, скелетос. В чем прикол? Здесь проход. Чего такое кажется, что здесь проход? Ай, ты ж забыл. Куда? Ох ты ж, господи! Ты издеваешься? Я долечу туда? Я, конечно, понимаю, для чего-то эти надо камешки собирать. Да, ну нафиг. Ой! Собака, а? Жадный ты, бес, жадный. Давай, лети. Я уже когда-то проходил. Черт, это нереально. Типа для задротов можно поиграть, ну и это, я что Марио любит играть или что-то вроде. Ху-ху. Вниз или да, вниз. Опасно, кто знает, секрет или смерть, что это. Все, хух. Получи! Я не знаю, как это у меня правда получается, но это просто жесть. Yeah.
Гад. Чёрт. Плохо делается без сейва, да ёбан. Я ж махал! Чё за вода-то? А, я туда пройти не могу, да? Погибельный момент, если честно. Сам вот этот камушек бил и сам бил. Голема. И чё, и как? Времени очень мало, да, мне здесь будет? Все, кто может. А, ух ты ж, мать. Это сложно. Да что я могу? Я ничего не могу нажать. Ну, в смысле, купить его. Пошли вон. Понятно. Собрать все можно, нафига это надо? Можно бегать и задротить, искать, где есть все. Нравится на них, есть или нет, или нет. Я могу? Да, могу. Это враг не сильнее обычного врага. Так, то есть здесь у меня будет... Понятно. Определенная сложность есть. Ну, не больше. Ух ты. Чё, по жизни неплохо. О, тут контроль нет. Сейчас пройду этот уровень, чтобы у них не стоило. Они думают, что платформеры устарели. Нифига.
вертеть, колотить. Просто медленно ждем и накапливаем. Конечно, можно бегать, можно искать. Можно... Фига себе. Вот это было подсвободено. В смысле, искать всякие загадочки, тайнички. Нужно ли оно? Ты скажешь, да, нужно, ищи. Ты скажешь, будешь играть, а ищи. Лучше. Может, взрослый человек, и мне заняться больше на карантине нечем. Но я особо не хочу страдать и искать. Так, 300 у меня нету, но если бы я все собирал, бы я бы нашел. Поэтому в следующий раз к нему зайдем. Босс! Ну как кто здесь? Опа. Что ты? Опа. Голем. Ага. Господи! А! Понял. Скажи, что он особо сильный. Что теперь? Что теперь? То есть, понятно, пора. А, вниз надо, вниз. А чё вниз-то не прыгай? Прости, я не понял, как убить. То, что его надо забивать, это понятно, а как спускаться? Потому что сверху шипы. Пролететь, что ли? Ну, это нифига не сложно. Просто ждем. Давай. Вот. А. Понятно. Времени все меньше становится, понятно. Все, понял, какой бить. А ты откуда шипы взялись? Ты сейчас забежал, уже не было. Ну, ни о чем не просто вообще. Ну такая, знаете, игра легонькая. Сложно больше пройти. Ну, в смысле, само прохождение сложно, чем босс. Боссы довольно легко понимаются, что с ним делать. Хитро. Ай. Куда, куда, где, к чему? Фу. Чёрт, а я потяну его или нет? Чё делать, чё делать, чё делать, чё делать? А-а-а! Не потянул. Уже столько, сколько времени. Ну согласитесь, это сложно, но я его почти добил.
Конечно, это было обидно. Ну, в смысле, он прыгает туда-сюда, и я не знаю, где его двигать. Знать, где и когда стоять. Тупо тайминг. А! Давай. Я верю, что игру подранит еще как. Я не знаю, куда он будет. Черт. Чуть опоздал, все. Понятно, мигает, значит, будет опаснее. Я же знал, что он сюда пульнет, но господи, почему? Почему я такой сложный? Значит, я понял. Сейчас мы его сделаем, вот увидите. Вот это последний заход. Тут нельзя опаздывать. Надо где-то 5 заходов. И 6. Фух. Опаздываем. Опа. Сложно узнать, что когда он бьет. Я даже не понимаю, в какую сторону бежать-то.
А, тут везде простая логика. Бог, да? А. Давай, давай, давай. Опять бог, да? А, это последний его. Я уверен, это последний. Да. Что? 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 Офигеть. Издеваешься? Гони. Да, я не могу эти понять. Сюрикены слышно. Зачем мне этот шарик тебе? Что мне сделать? Всё. О, у меня палец затрахируется. Нет, в этой винтовке нельзя играть. Мизинцем надо КТР жахать. Скоро у меня мизинец будет перекачан. Ага. Это я типа должен благодарить тебя за уничтожение моего голема. Ну ты первый напал на меня? Да что ты такое говоришь? Я же много веков пробил в этих пещерах. А бой завязался вообще случайно. Это не так. Так. Не так. А знаешь, это логично. Пожалуй, увидеть во мне угрозу было очень легко. Полагаю, мой инстинкт самосохранения сработал как-то слишком быстро. Да, я понимаю, все нормально. Слушай, мне жаль, что твой голем пострадал, слышишь? Не беспокойся. Нет, мне и правда жаль. Ну хорошо, это и правда была ошибка. Ну и как же мне выбраться отсюда? А я... Ой, я настрою под себя ветер. Удачи тебе в твоей миссии. То есть он не виноват еще. О, бедный, обиженный. Блин, Митерский. Лабритает топ. О, сохранение. Давайте вот тот уже продолжим в следующей серии. А пока, всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока.